Привет, друзья! Рад видеть вас на своем канале. Вам очень повезло попасть на это видео, ведь в этой огромной подборке товаров я разыграю вот такую крутую панорамную камеру 360. С ее помощью вы сможете делать необычные снимки и уникальные видео, благодаря предусмотренному режиму съемки. Для того, чтобы принять участие, необходимо написать в комментариях «хочу камеру 360» и поставить лайк под видео. А победителя объявлю в конце следующего выпуска. Все подробные условия конкурса ищи в описании. Балансировочный электромоноцикл – современное и комфортное средство передвижения. Вы легко сможете обучиться алгоритмам управления автомобилем и получите незабываемое удовольствие от легкости передвижения. А холодное светодиодное освещение и удобное сидение придадут комфорта и загадочности. Добирайтесь до работы и проводите свое свободное время необычно с таким моноциклом. Стоимость на AliExpress – $1108. Игрушка AirCox Boomerang станет удивительно интересной не только детям, но и взрослым. Вы сможете запускать бумеранг высоко в небо, управляя им с помощью специального небольшого пульта. Под вашим чутким руководством он будет совершать полеты по задаваемой траектории, увеличивая и уменьшая скорость. С таким бумерангом вы сможете наблюдать за четким поворотом игрушки на 360 градусов, следить за ее плавным полетом, а также податливой системой смены не только направления движения, но и скорости. Стоимость бумеранга на AliExpress – $12. Это уникальный браслет-манипулятор, считывающий импульсы ваших мышц. Фактически он узнает о ваших движениях еще до того, как вы их произведете. С его помощью можно управлять компьютером, планшетом или смартфоном. Ваши руки будут полностью свободны, в то время как браслет, находясь на предплечье, отслеживает 4 вида движений и вращения во всех плоскостях. Стоимость на AliExpress – $295. Отличный и удивительный подарок для детей старше 3 лет. Поместите подводный планер на дно бассейна и наблюдайте, как он передвигается в воде. Регулируемые плавники позволяют создавать несколько моделей полета, от бумерангов до спирали. Игрушка подарит огромное удовольствие и заставит вас бесконечно следить за траекторией движения планера. Стоимость подводного планера – $9.60. Хочу обратить ваше внимание на сервис, с которым можно хорошо экономить на покупках. Это Мегабонус. Регистрация очень простая. Я всегда захожу через социальную сеть. Выбираем любую, я выберу Facebook. Заказав любой товар на AliExpress или в других интернет-магазинах, вы сможете вернуть часть своих денег. А благодаря этому промокоду вы получите максимальный уровень в Мегабонус и сможете получить максимальный кэшбэк целых 60 дней. Это действительно работает, и вывести деньги можно на электронный кошелек, карту банка или пополнить мобильный телефон. Но для тех, кто боится упустить кэшбэк с покупки, для вас доступно браузерное расширение, которое можно легко установить и не переплачивать. Ссылку на сервис ищите в описании. Удобный и комфортный массажер для спины в автомобиль. Он позволит вашей спине отдохнуть и снять мышечное напряжение, ведь постоянно находясь за рулем автомобиля, вы перенапрягаете поясницу, а благодаря такому устройству вы сможете расслабить мышцы и дать возможность отдохнуть своей спине. Стоимость на AliExpress – $18. Персональная ловушка для насекомых позволит вам безопасно поймать любого жука, таракана и особенно паука. Придуманная разработка такой конструкции защищает вас от укусов насекомого. Простой в использовании. Достаточно просто нажать рычаг, и приспособление легко ухватит насекомое. Тем самым вы его не травмируете и спокойно выпустите на улицу. Стоимость на AliExpress – $9.50. Благодаря суперподушке ваша голова расслабится, и вы сможете насладиться великолепным сном. Подушка сделана из качественных материалов и полностью пропускает воздух. А главная особенность в том, что она очень мягкая и эластичная. Все прекрасно видно на рекламе этого продукта. Благодаря такой подушке или матрасу из подобного материала, вы наконец-то выспитесь и получите заряд бодрости на весь день. Стоимость на AliExpress – $39. Вертикально закрепленный складной кронштейн предназначен для компактных столиков, которые можно закрепить в необходимом месте.
Нержавеющая сталь конструкции и легкость в использовании позволят вам насладиться удобством изобретения. Максимальная рекомендуемая нагрузка – 40 кг. Цена кронштейна – $12. Незаменимая вещь на кухне – это удивительное и быстрое устройство для очистки овощей и фруктов. Очищает кожуру продуктов за считанные секунды. Все, что нужно – нажать на кнопку. Красивый и компактный дизайн позволит вам забыть о поиске места для устройства. Это настоящая находка для кулинаров. Цена на AliExpress – $17.50. Новый электроборд. Внедорожник не только обеспечивает отличную стабильность для бампи аттракционов, но также делает его более привлекательным для тех, кто ранее не катался на скейтборде. Это настоящий завоеватель местности, независимо от поверхности, на которой вы хотите проехать. Ему не помеха даже холмы и горы. Цена электроборда – $300. Самоочищающийся кошачий туалет. Он существует. Он автоматически уменьшает запах и беспорядок. Это настоящая находка для любящих хозяев и их питомцев. Устройство простое и легкое в использовании. Использует минимум электроэнергии и уменьшает загрязненность кошачьего лотка. Автоматический кошачий туалет необходимо очищать каждые 2 недели. Цена на AliExpress – $72. Массажные силиконовые ортопедические стельки для обуви обеспечат максимальный комфорт и удобство при использовании. Вы можете уменьшить стельку до необходимого размера самостоятельно, просто отрезав ненужную часть по указанной размерной линии. Цена силиконовых стелек – $5. Новый промышленный стеклорез поможет вам без труда и в домашних условиях вырезать стекло круглой формы. Этот круговой стеклорез с присоской является очень простым и безопасным изобретением, которое облегчит работу мастерам и людям, которым понадобится вырезать стекло круглой формы. Цена на AliExpress – $14. Смартфон ZTE Exyn имеет дисплей при диагонали 5,5 дюймов, плотность 534 пикселя на дюйм. Изображение очень четкое, любой текст читается замечательно, цвета сохраняются. Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 810 с графическим ускорителем Adreno 430 обеспечит высокую производительность смартфона ZTE Exyn. Основная камера 13 мегапикселей, фронтальная камера 8 мегапикселей. В ZTE Exyn устанавливается сим-карта формата Nano SIM. Поддерживаются сети 3G и LTE. Стоимость на AliExpress – $500. Это удобное и необходимое устройство. Это ручной рычажный насос, который предназначен для перекачки масла и топлива, а также для заправки различной техники. Удобно использовать там, где нет возможности использовать электрические насосы. Помпа сконструирована таким образом, чтобы при использовании человек прикладывал минимальное количество усилий. Цена на AliExpress – $8.20. Это удобный ручной инструмент в тех случаях, когда вы не можете использовать швейную машину. Отлично подходит для шитья и различных швейных работ с более плотным материалом. Цена на AliExpress шила с катушкой – $12.50. Портативный блок питания – это мини-пауэрбанк, который можно легко носить с собой и подзаряжать гаджеты. Это портативное и легкое зарядное устройство без проводов. Подключил к своему смартфону и не сковываешь себя в движении. Такие мини-пауэрбанки идут со специальной станцией и также имеют возможность магнитного крепления к устройству, что очень удобно. Стоимость на AliExpress – $48. Эта удивительная швабра – полезный и высокоэффективный инструмент для мытья окон с наружной и внутренней стороны. Мечта каждой хозяйки. Простой и легкий в использовании. Он заметно сэкономит ваше время. Цена на AliExpress – $29. Резак для бутылок – это идеальный инструмент для легкой, безопасной, быстрой и точной резки стеклянных бутылок. Вы можете создать из стекла настоящее произведение искусства. Резак простой и понятный в использовании. Стоимость на AliExpress – почти $20. Доступная панорамная камера на 360 градусов. Она оснащена двумя камерами и объективом «рыбий глаз».
Устройство подключается к смартфону через USB Type-C или microUSB и снимает видео с частотой 30 кадров в секунду. Роликами и фото с новогодних каникул можно тут же поделиться с друзьями и близкими в Twitter, YouTube или Facebook, а также возможность просматривать записанные файлы в VR-гарнитуре. Для этого предусмотрен соответствующий режим съемки. Вес этого устройства составляет всего 36 грамм. Цена на AliExpress – $43. Кольцо-держатель вращается на 360 градусов. Это комбинация спиннера и держателя для телефона, которая может превратить ваш телефон в увлекательную игрушку. Необходимая и полезная вещь для вашего смартфона. Со стороны выглядит очень необычно. Теперь ваш смартфон будет в центре внимания. Это удивительная летающая обезьяна. Запускается как рогатка. Для того, чтобы запустить ее в воздух, вам необходимо надеть ее лапки на свои пальцы и потянуть ее за туловище или ноги. Как только вы ее запустите, она начнет издавать забавные кричащие звуки, что непременно развеселит вас и ваших друзей. Игрушка довольно необычная, так что может послужить неплохим подарком брату, сестре или просто другу. Давно задумывались привести в порядок свои ступни? Тогда в этом вам отлично поможет отшелушивающаяся маска для ног. Маска предназначена для размягчения и удаления мозолей. Как показывают тесты, это эффективное увлажнение кожи ступней и обновление от мертвой кожи. Размер таких носков универсален и подходит практически для любого размера ног. Крутой электрический скейтборд с четырьмя колесами и беспроводным пультом дистанционного управления, работающего по Bluetooth. Этот электроскейт отлично подойдет как для взрослых, так и для детей. Крутой транспорт для тех, кто любит экстремальные покатушки или просто шагать в ногу со временем. Классная креативная игрушка антистресс для детей и взрослых. Магнитный спиннер поможет вам круто провести время и поднять настроение. Управляй и манипулируй спиннером без прикосновений. При этом используются разные магнитные полюса кольца, что помогает притягивать и отталкивать сферу. Направляй и веди шар, как тебе хочется. Батарейки внутри сферы активируют светящиеся элементы, которые срабатывают при ударах. Если ты часто убиваешь свои телефоны и ты хочешь более современный и крепкий смартфон, тогда тебе подойдет Numio S30. Это самый производительный и крепкий защищенный смартфон. В нем сочетается крепкий корпус и современная начинка. Такой микс 8-ядерного процессора и степень защиты IP68 – настоящая редкость и находка, особенно в экстремальных условиях. Этот телефон ничего и никого не боится. И дома, и на рыбалке должна быть такая необходимая вещь, как автоматический рыбоочиститель. Это уникальный в своем роде электрический прибор, который обладает такими характеристиками, как компактность и качество чистки. Сэкономьте себе силы и нервы с автоматической чисткой. С ним вам не придется долго возиться с рыбой после успешной рыбалки. Это портативный и милый набор отверток «Медвежонок». В комплекте 6 разных типов качественных отверток из легированной стали. Можно с легкостью использовать для различных видов домашних работ. Медведь изготовлен из экологически чистой резины, которая необходима для крепкого и комфортного хвата. Миниатюрный настольный боулинг – лучший подарок для себя и друзей. Настольный боулинг изготовлен из безопасных и нетоксичных материалов, абсолютно безопасен для детей. Благодаря гладкой поверхности изделия, играя в боулинг, нет никакой вероятности получить травму. Эта игра отлично помогает развить и улучшить ловкость и моторику, а также лучший вариант для совместного досуга. Отличный современный девайс для всех желающих почувствовать себя по-настоящему современным человеком. Отличные технические характеристики и возможности. Яркий и оригинальный дизайн. Ховерборд представляет собой настоящий транспорт будущего на электрическом моторе. Катание на девайсе принесет вам массу положительных эмоций и впечатлений. Сумка-коврик – это оригинальный способ хранения и транспортировки детских игрушек. В разложенном состоянии это поле для игры,
а когда нужно собрать игрушки, он затягивается на шнурок и превращается в удобную сумку. Теперь с таким мешком не придется долго собирать игрушки. Первый в мире смартфон со встроенной камерой для сферической съемки. Данный аппарат выделяется на рынке такой уникальной способностью, как возможность съемки фото и видео 360 градусов, при этом сохранять хорошее качество изображения. На самом деле здесь 4 камеры. Помимо двух огромных объективов есть еще и обычная стандартная фронталка на 8 мегапикселей и тыльная 13-мегапиксельная камера для обычной съемки. Качество я бы назвал скорее бюджетным, и она же умеет снимать видео со стабилизацией в качестве вплоть до 4К. Этот складной и полностью защищенный квадрокоптер оснащен 13-мегапиксельной камерой, которая позволяет делать фото и снимать видео в формате 4К. Дрон полностью защищен со всех сторон рамой, которая послужит щитом при случайном падении или ударе. Квадрокоптер вполне могут использовать профессионалы-фотографы и операторы. Возможность съемки с высоты и создания панорамного видео – огромный плюс конкурентоспособности. Свадебная съемка или юбилей получится грандиознее с высоты птичьего полета. Дрон складывается до карманных размеров, поэтому его удобно транспортировать и брать с собой в поездки. Вес батареи всего 420 грамм. Подставка подойдет для хранения как керамических, так и стальных лезвий. Наполнитель – полипропиленовое волокно, не требует особого ухода и специальных правил хранения. Споласкивайте его под теплой водой по мере загрязнения, а затем оставляйте сушиться. В отличие от дерева или пластика, полипропиленовое волокно не разбухает, не деформируется от влаги. Подставка надежно скрывает лезвие и не тупит его. Распределитель скотча – настоящая находка, ведь это своего рода диспенсер для упаковочной ленты любого цвета с прорезиненной ручкой и легко прокручивающейся втулкой. Предназначен для более удобного и быстрого использования клейкой ленты. Отлично экономит ваше время во время упаковки больших товаров. Футбольные ворота подарят много положительных эмоций. Очень легкие в транспортировке, поэтому не принесут много проблем. С такими воротами футбольное поле теперь будет доступно всегда, независимо от места и времени. Отлично подойдут для игр в закрытом помещении или же на открытом воздухе. Слаживаются с особой легкостью и собираются за считанные минуты. Собирай компанию друзей и веселитесь вместе с ними. Пакеты изготовлены из прочного пластика с двойным уплотнением. В пакетах очень удобно хранить любые пищевые продукты. Особенно полезны для заморозки овощей и фруктов на зимний период времени. Разные цвета и размеры пакетов дают возможность использовать их для всех продуктов. Подходят для холодильников и морозильных камер, а также для микроволновых печей. Домашняя пивоварня iGlue состоит из двух отделений для засыпания ингредиентов, сенсорного ЖК-дисплея, места для наполнения бокалов и прозрачные панели, чтобы наблюдать за процессом приготовления домашнего пива. Процесс приготовления несложный. Выбираем рецепт пива, засыпаем ингредиенты в нужную по рецепту пропорциях, добавляем воду, выбираем на экране нужную программу, жмем кнопку и пиво начинает вариться. Срок изготовления пива от 1 до 3 недель. iGlue имеет еще одно важное достоинство – она быстро и легко моется. Мало того, если залить 1 литр воды и нажать специальную кнопку «Очистить», то чудо-пивоварка самостоятельно приведет в порядок внутренности для следующей порции пива. Самый успешный продукт прямиком из будущего – куртка SDG-01 со встроенной системой климат-контроля. Куртка может согревать хозяина, охлаждать, заряжать его гаджеты, а также иметь потайные карманы для планшета и смартфона. Не перестаем удивляться китайским изобретениям и прокачиваем себя новинками. Launchpad – это MIDI-контроллер, который выпускает фирма Novation. По сути, это пластмассовая коробка с 64 кнопками, на которой назначаются определенные звуки. Размер лаунчпада 23 на 23 сантиметра. Всегда используется вместе с компьютером и совместимыми программами FL Studio и Ableton Live. Эти программы называются секвенсорами и используются не только для записи, но и для редактирования и воспроизведения паттернов, заранее записанных разных партий музыки. Также через секвенсор вы можете выбирать подсветку клавиш для вашего лаунчпада.
уникальный антигравитационный волчок, который, вращаясь, висит в воздухе за счет магнитных сил. Парит за счет того, что использует только силу постоянных магнитов. В подставке и волчке находятся сильные магниты, которые позволяют раскрученному волчку висеть в воздухе. Не содержит никаких проводов и не требует батареек. Стоимость на AliExpress $8. Идеальный помощник на кухне. Сделан из качественных материалов, экологически чистого пластика. Вы можете нарезать помидоры, виноград и другие фрукты одним движением руки. Благодаря эргономичному дизайну прибор удобно держать в руке и легко моется в посудомоечной машине. Цена на AliExpress $7.50. Мощный постоянный магнит, состоящий из сплава редкоземельного элемента неодима, бора и железа. Поисковым магнитом на неодимовой основе часто вылавливает из реки металлолом, ведь такой магнит может притягивать множество металлических частей весом до 500 кг. Активно используют такие магниты поисковики. Они обследуют озера, реки, заброшенные колодцы в поисках забытых кладов или просто поднимают металлолом с целью дальнейшей сдачи на переплавку. Также используют как магнитный держатель для подвешивания железных деталей на производстве в мастерских. Стоимость на AliExpress $58. Это универсальная пила. Широко используется в строительстве, декорировании, обрезке фруктовых деревьев и в другой промышленности. А также это очень удобный инструмент для того, чтобы брать с собой в поход и на рыбалку. Это важный и нужный инструмент, который необходим хозяйственным людям. Стоимость на AliExpress $16.50. Конструктор Space Rail состоит из основания алюминиевых стоек, держателей рельсов и вертикального подъемника с двигателем на батарейках. Можно собрать по инструкции, а можно строить конструкцию по своему усмотрению, по которым непрерывно будут кататься металлические шарики. Цена от $30, в зависимости от длины трека. Этот убор подойдет для всех желающих выделиться из серой массы. Яркая, необычная и ни на что не похожая кепка привлечет восторг любого. С первого взгляда вам может показаться, что перед вами находится обычная бейсболка, но стоит нажать на потайную кнопку, расположенную под козырьком, как по периметру козырька и на самой поверхности начнет светиться яркая светодиодная лента. С таким головным убором вы точно не останетесь незамеченным. Цена на AliExpress $43. Радиоуправляемый птеродактиль – супер новинка в разделе квадрокоптеры своими руками. Он выполнен из легких материалов, очень прост в эксплуатации и ударопрочен. Управление осуществляется с помощью простого пульта. Благодаря несложному механизму, крылья динозавра будут делать взмахи и держать его в воздухе. Вы получите невероятные эмоции, когда самостоятельно его соберете и совершите первый полет с таким чудесным птеродактилем. Стоимость на AliExpress $196. Конструктор от марки Лепин подойдет для любого возраста. Конструктор-грузовик с платформой состоит из 1115 прочных деталей, предназначенных для детей от 10 до 16 лет. Эти ошеломляющие модели станут настоящим испытанием твоих инженерных навыков сборки. Масштабная полуфункциональная грузовая машина оснащена механизмом, который позволит двигать разные детали с помощью рычагов, установленных на собранной модели этого чудо-грузовика. Цена на AliExpress $118. Настоящее ноу-хау в современном мире. Скоро эта модель захватит весь мир. Это уникальный пауэрбанк, ведь такая аккумуляторная батарея дает питание портативным компьютерам, беспилотным самолетам, проекторам и водоочистителям. Емкость батареи на минуточку 40 300 мАч. Думаю, такой кирпич не будет лишним в вашей походной сумке, ведь выручит вас не один раз. Цена от 300 до 1000 долларов, в зависимости от объема. Бывают случаи, когда нужно экстренно разморозить полуфабрикаты или мясо, но времени на медленное оттаивание катастрофически не хватает. Спасти положение поможет специальный поднос для быстрой разморозки продуктов.
Металлическое приспособление не требует соединения с электросетью и совершенно не нуждается в батарейках. Просто разложите заморозку на поверхности и ждите результата. Процесс разморозки ускоряется более чем на 30%. Стоимость всего $8.5. Кружка для фанатов игры в баскетбол. Теперь они могут даже во время еды тренировать свои навыки. 9-летний мальчик по имени Макс создал кружку с баскетбольной корзиной, являющейся продолжением ручки, через которую можно бросать в чай или кофе сахар, печенье либо маршмеллоу, как добавка к горячему шоколаду. Стоимость на AliExpress $9.5. Автоматическая мухоловка позволяет эффективно избавиться от надоедливых вредных насекомых, не убивая их. Таким образом, без особых усилий можно насобирать наживку для рыбалки. Стоимость на AliExpress $10. Очень удобная насадка для баллончика. Такой покрасочный пистолет предназначен для точного нанесения слоя и качественной обработки поверхности акриловыми и водорастворимыми красками. Довольно удобно держать в руке и не придает никакого дискомфорта во время покраски любых предметов. Цена на AliExpress $1.5. Это необычная карманная рогатка. Внешний вид очень обманчив. С виду это игрушка, но на самом деле это очень мощное, эффективное современное орудие. Скорость снаряда достигает 100 метров в секунду. Благодаря круглому дизайну рогатка позволяет стрелять различными снарядами, включая стрелы. Изготовлена рогатка из современных синтетических композитных материалов, что делает ее невероятно прочной и надежной. Габариты рогатки настолько малы, что она легко помещается в карман. Хочешь получить этот товар бесплатно? Пиши в комментариях слово «хочу катапульту», ставь лайк под видео и жди результаты конкурса в следующем видео. Выберу двух счастливчиков, которым и отправлю такую катапульту. Цена товара $12. Этот замок для выдвижного ящика – необходимая вещь для безопасности в доме. Дети очень подвижны и любознательны, иногда лезут туда, куда не нужно, и открывают дверцы ящиков. Для этого необходимы специальные замки. Это устройство подарит вам безопасность и спокойствие в вашем доме. Цена на AliExpress $8.5. Ваш ноутбук может легко дышать с помощью этого изобретения. Увеличьте срок службы и функциональность вашего портативного устройства. Прямое использование USB питания облегчит возможность применения устройства. Стоимость на AliExpress $21. Эта регулируемая подставка под ноутбук имеет необычный дизайн с вентиляционными отверстиями, который уменьшает перегрев вашего устройства. Используйте в кровати, на диване или на своем любимом стуле, не нарушая удобного положения. Идеально подходит для путешествий. Цена на AliExpress $36. Беспроводной монопод штатив Huawei. Это устройство, представляющее собой штатив и монопод для селфи. Он имеет телескопическую конструкцию, поворот на 360 и пульт дистанционного управления с поддержкой Bluetooth. Удобный и легкий в эксплуатации. Он обеспечит вам абсолютный комфорт, где бы вы ни находились. Цена на AliExpress $21. А вот и победители из предыдущих выпусков. Испытайте свою удачу, написав комментарий и оценив видео лайком. Таким образом, вы имеете больше шансов попасть в видео и выиграть приз. А теперь условия конкурса. Чтобы получить приз, необходимо подписаться на канал и канал спонсора, поставить лайк под этим видео, написать положительный комментарий. Итоги подведу в следующем выпуске. Вся подробная информация в описании под видео. Если ты досмотрел до конца, тогда пиши прикольный комментарий и получи шанс попасть в следующее видео. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения!